Здесь частенько проходят концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные турниры и выставки художественных рисунков. Коллектив и воспитанники детского сада «Ромашка» привыкли жить такой активной и творческой жизнью. Вот и сегодня тут прошел ежегодный танцевальный конкурс. Все номера очень разные. То есть ничего одинакового вы не увидите. Все номера очень яркие, соответствуют возрасту участников. Музыкальные руководители помогали воспитателям, и воспитатели сами проявляли свою творческую фантазию, скажем так, в постановке каждого номера. Мероприятие началось с награждения победителей интеллектуальной олимпиады среди старших и подготовительных групп. Из более 130 участников самыми-самыми стали 9 человек. Они и получили грамоты и памятные подарки. Интеллектуальная олимпиада – это такая форма интеллектуального соревнования старших дошкольников, которая позволяет выявить не только уровень определенных знаний, но и умение применять их в новых нестандартных ситуациях, которые требуют творческого мышления. И вот, наконец, на сцене первые участники танцевального конкурса. Строгое жюри оценивает технику исполнения, саму композицию, общение со зрителями и соответствие номеру возрасту выступающих. 14-й год подряд в детском саду «Ромашка» проходит танцевальный конкурс. И каждый раз воспитатели и дети находят чем удивить зрителя. И действительно, у каждого исполнителя был свой характер и своя изюминка. Выбрать лучших из лучших было довольно сложно. Номер 9 группы был, пожалуй, самым зрелищным и массовым. В нем приняли участие почти все. Ребята заметно волновались, но выступали очень достойно. Когда они вставали, поворачивались спиной к спине, это достаточно было сложно, потому что у них разные характеры, разный темперамент. Одному хотелось быстрее, другому помедленнее. И это было сложно, чтобы было в один такт. Ну, ребята молодцы. Наши ребята, они очень нежные, пластичные и мечтательные. Поэтому, наверное, был выбор на Японию. Мы были такие красивые. Ну, вообще-то я думаю, что мы точно займем первое место. У нас все такое японское, нежное. Красивое. Главное не победа, а главное участие. Выступление ребят действительно понравилось всем без исключения. В оценке судьи были единогласны – это первое место. Впрочем, и остальные участники конкурса выступили весьма достойно. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.